Дорогие друзья, наш канал «Газета Садовод» недавно достиг рубежа 100 тысяч подписчиков. И мы получили серебряную кнопку от YouTube. Я хочу поблагодарить всех вас, наших дорогих зрителей, наших дорогих подписчиков, всех тех, кто нас критикует, ругает, ну и, конечно же, хвалит. Отдельную благодарность хочется выразить нашим замечательным авторам. Это профессионалы, знающие свое дело. Ольга Шабалина, Евгения Терновая, Ольга Сафонова, Александр Жуков, Светлана Глухих, Людмила Турубанова, Елена Литвиненко. Замечательная музыка, написанная композитором Сергеем Бушуевым, украшает почти все наши видео. В наших видеоуроках мы стараемся передавать только нужную и проверенную информацию. А чтобы канал был еще интереснее, мы приглашаем специалистов, рекламодателей, ну и, конечно же, спонсоров. И все вместе мы покорим новый рубеж – 1 миллион подписчиков. Дорогие зрители газеты «Садовод», добро пожаловать в мой сад. Из красных гибридов очень интересный сорт, называется Александр Вальпот. Но мискантусы – это не только пушистые метелки, но и листья различной ширины, формы и окраски. Так вот, удалять вот эту часть прошлогоднюю совершенно ни к чему.